Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.com. В Китае считают, что Су-27 значительно превосходит американский F-16. Китайские журналисты провели сравнение российского истребителя Су-27 и боевого самолета США F-16. По мнению Китая, российский самолет превосходит американский по многим параметрам. По информации Sina Military, специалисты из Китая отмечают сравнительно простую конструкцию российских летательных аппаратов. При этом оборудование, необходимое для их производства, не обладает жесткими ограничениями. Истребители Су-27 отличаются высокой маневренностью и уникальной электроникой, которая не имеет аналогов в мире и не уступает конкурентным устройствам F-16, а в некоторых случаях превосходит их параметры. В качестве недостатка американских боевых машин китайские специалисты отметили их высокую стоимость обслуживания. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.com.